Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Tab S9 FE. И сейчас я покажу вам, что делать, чтобы аккумулятор на вашем устройстве прослужил вам дольше. Итак, первое, что мы можем сделать, это заряжать устройство заводской зарядкой. Также заряжать в диапазоне от 20 до 80%. Далее мы можем опустить вот так вниз шторку и подключать здесь все ненужные нам в данный момент функции, например, Bluetooth, если мы не пользуемся, там мобильные данные, точку доступа, локацию, Wi-Fi даже можем отключить, если не пользуемся. Далее нажимаем на значок шестеренки. И здесь мы проходим в раздел обслуживания устройства. Далее выбираем батарею. И здесь у нас есть также различные моменты, которые могут помочь нам продлить жизнь нашему аккумулятору, например, ограничения в фоновом режиме. То есть мы ограничиваем потребление заряда аккумулятора для редко используемых приложений. И здесь мы можем выбрать приложения, которые находятся у нас в режиме сна, и добавить их сюда. И такие приложения будут реже запускаться в фоновом режиме. Далее в приложении в глубоком сне мы можем добавить, они не будут работать в фоновом режиме вообще, и не спящие приложения, которые будут работать в фоновом режиме. Вот. Далее мы можем посмотреть здесь использование с момента последней зарядки и посмотреть приложения, которые используют заряд. Вот. Далее можем перейти в другие настройки аккумулятора. Здесь у нас есть адаптивный режим аккумулятора, он продлевает время работы аккумулятора на основе использования планшета, можем включить эту функцию. И можем еще включить очень классную функцию, которая называется защита аккумулятора. Она помогает продлить срок службы аккумулятора и устанавливает ограничение максимального уровня зарядов до 85%. И еще мы можем включать режим энергосбережения, когда у нас осталось мало процентов, как у меня сейчас, например. И можем его здесь также немножко настроить. Например, вот выбрать ограничивать частоты до 70%, уменьшение яркости на 10%, ограничение приложений и экрана. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.